В Одесском обществе слепых прошел традиционный концерт к Международному дню незрячих. На мероприятие были приглашены как сотрудники предприятия УТОС, так и представители городской власти. Вот сегодня, ко дню, именно дня Международному дню людей с инвалидностью по зрению, 10 членов организации получили материальную помощь по 500 гривен. Скоро будет 85-летие хоровой капеллы именно этой организации. И также будет каждому члену капеллы оказана индивидуальная материальная помощь. Всего в Одесском регионе почти 2000 инвалидов по зрению первой и второй группы. Некоторые постоянно посещают подобные мероприятия, а также сами участвуют в их организации. Один из коллективов общества ездил с концертами по различным городам Украины. Смысл и цель этого мероприятия – это, собственно, для того, чтобы общество понимало, что есть сегодня люди с инвалидностью по зрению, к сожалению, не уменьшается, и им необходимо, чтобы общество уделяло определенное внимание. То есть создавали необходимые условия для их безопасного передвижения. Ну, много-много сегодня в городе делается, это и озвученные светофоры, это сегодня капитальные ремонты тротуаров.